Максим, мне 12 лет. В прошлом году мы переехали в этот город, и я пошел в новую школу. Вначале я немного переживал, ведь у меня не было ни друзей, ни знакомых. И даже дорога в школу была непривычной. Но я быстро освоился. Максим, ты в школу не опоздаешь? Мам, ну я же уже не маленький. Самое главное – это точно следовать маршруту, чтобы не заблудиться и не опоздать. А еще надо правильно переходить дорогу, ведь светофоры придумали специально для нашей безопасности. Все истории начинаются с дороги. С нее начались и мои приключения в новом городе. Вот о них я и хочу рассказать. Итак, это было почти год назад. Прошел, в общем-то, неплохо. Ребята в классе отличные. Можно было и не переживать. Теперь домой. Сделаю уроки, поем и пойду гулять. От собак нельзя убегать! Если вы видите незнакомую собаку, лучше обойдите ее. Не делайте резких движений и не поворачивайтесь к ней спиной. Не бегите от нее, а также не смотрите ей в глаза. Она воспринимает это как угрозу. Если собака нападает на вас, держите перед собой какой-нибудь предмет. Шапку, сумку или рюкзак. Таким образом, вы ставите барьер перед животным. Вы можете бросить предмет в сторону, чтобы отвлечь собаку, а затем медленно, не поворачиваясь спиной, уходите. Если собака продолжает вести себя агрессивно, поднимите камень или палку. Если вокруг ничего нет, сделайте вид, что поднимаете камень и бросаете его в собаку. Громко кричите, чтобы отпугнуть собаку, а заодно привлечь внимание других людей, которые смогут вам помочь. Итак, давайте повторим еще раз. Если вы встретили незнакомую собаку, обойдите ее. Не делайте резких движений. Не поворачивайтесь спиной. Не бегите от собаки. Не смотрите ей в глаза. Если собака ведет себя агрессивно, держите перед собой какой-нибудь предмет. Бросьте его в сторону, отвлекая собаку. Медленно уходите, не поворачиваясь спиной. Поднимите камень или палку. Или сделайте вид, что поднимаете. Бросьте в собаку. Громко кричите. Привет, мам. Привет, Максим. Я уже поел, можно пойти погулять? Да, конечно. Но только ты помнишь наши правила? Я должна знать, где ты, с кем и во сколько вернешься домой. И не забудь мне отправить свое фото. Да, мам. Я буду на футбольной площадке, вернусь примерно в 8. А со мной будет Саша, Витя и Егор. Телефон Саши. +7 912 528. Выходя из дома, проверьте, заряжен ли у вас телефон и есть ли на нем деньги. И всегда держите связь с родителями. Всегда предупреждайте родителей, с кем и где вы гуляете. Договоритесь, во сколько вы вернетесь, и держите слово. А
раз в полчаса или час звоните родителям, чтобы они не волновались. Перед прогулкой сфотографируйте своего ребенка или попросите его прислать вам селфи. В экстренных ситуациях очень важно, чтобы у вас было свежее фото именно в той одежде, в которой он был на улице. Алло. Привет, мам. Да, у меня все хорошо. Мы на футбольной площадке. Нет, не холодно. Ну все, пока. Уже поздно, мне пора домой. Вы со мной? Да рано еще, что ты как маленький. Домой, домой, давай еще полчаса поиграем. Будь взрослым. Санек, будь взрослым — это отвечай за свои слова. Если я сказал, что вернусь домой в 8, я сделаю это. Не только родители должны заботиться о детях, но и дети о своих мамах и папах. Нельзя заставлять родителей переживать и волноваться. Вот ты взрослый, хоть раз за весь вечер позвонил своим родителям, они знают, где ты. Я, кажется, телефон дома забыл. Ну и кто из нас маленький? Пойдем. Если вы заботитесь о своих родителях, соблюдайте правила безопасности. Мама и папа, быть самостоятельным и гулять с друзьями – это естественно. Но вы должны объяснить своему ребенку правила безопасности. Обязательно запишите телефоны его друзей и их родителей. И будьте всегда на связи. Нет, смотри, лед еще твердый. Ой. Помогите! 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 Лед треснул, там мальчик! Вон там мальчик. Мальчик, мальчик, ложись на лед! Ложись на лед! Если вы видите неглубокую трещину перед собой, немедленно ложитесь и ползком передвигайтесь к берегу. Если пострадавший недалеко от берега, ему нужно бросить веревку, шарф, подать длинную палку или доску. Когда
Когда пострадавший окажется на берегу, его необходимо сразу же отогреть. Уф. А представляете, если бы никого не оказалось рядом, чтобы помочь? Но что делать, если вы все-таки оказались на тонком льду или видите, как кто-то провалился под лед? Если вы видите неглубокую трещину перед собой, аккуратно ложитесь на лед и ползите в ту сторону, откуда вы пришли. Если вы провалились под лед, не паникуйте, сбросьте тяжелые вещи и зовите на помощь. Держите голову высоко над поверхностью воды. В неглубоком водоеме можно резко оттолкнуться от дна и выбраться на лед, или передвигаться к берегу по дну, проламывая лед перед собой. В глубоком водоеме нужно попытаться выбраться на лед самостоятельно. Для этого необходимо упереться в край льдины руками, лечь на нее грудью и животом и поочередно вытащить ноги на лед. Если вы видите, как кто-то провалился под лед, громко кричите и зовите на помощь взрослых. Помните, что детям ни в коем случае нельзя выходить на лед. Если пострадавший недалеко от берега, взрослый может бросить ему веревку, шарф, подать длинную палку или доску. Упавшему в воду человеку может помочь только взрослый. Когда пострадавший окажется на берегу, его необходимо сразу же отогреть, надев на него теплую, сухую одежду. Привет! Что случилось? Ты почему плачешь? Я гуляла с бабушкой, побежала бегать, но потом потерялась. Не плачь. Как тебя зовут? Таня. А я Максим, очень приятно. Итак, давай сначала успокоимся. Повторяй за мной. Стоп! 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 Так, а теперь оглянись, посмотри влево, вправо. Нигде нет твоей бабушки? Нет. Ну, тогда давай ее очень громко позовем вместе. Бабушка! 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 Нигде нету. Ну, тогда надо попросить помощи у человека. Но не у каждого. Лучше, чтобы это был полицейский. А двух нет полицейского. Тогда подойди к человеку с ребенком и попроси позвонить твоей маме. Ты помнишь телефон мамы, папы, бабушки? А может быть, домашний адрес? Нет, я сейчас слишком маленькая. Подумай хорошенько. Может, они где-нибудь записали тебе телефон? А, точно! Ну, где? Блок. Давай посмотрим. Смотри, идет женщина с ребенком. Привлеки к себе внимание. Помогите, я потерялась. Позвоните мне бабушке, пожалуйста. Не бойся, я сейчас позвоню твоей бабушке. Бабушка, это точно ты? Какое оно секретное слово? Правильно! Приходи скорее, я тебя жду. Давайте сделаем одну очень важную вещь. Выучим наизусть 2-3 телефонных номера взрослых и домашний адрес. А вы, дорогие мамы, папы, бабушки и дедушки, обязательно запишите свои номера и проследите за тем, чтобы ребенок всегда носил их с собой.
Давайте еще раз повторим правила, что нужно делать, если вы потерялись. Не волнуйтесь, стойте на месте, оглянитесь вокруг. Если вы не видите своих близких родственников, громко позовите их. Если они вас не нашли, обратитесь к сотруднику полиции или к взрослым людям с ребенком. Никого нет? Посмотрите вокруг. Если совсем рядом с вами магазин, аптека, банк или почта, зайдите туда и обратитесь к сотруднику. Громко и четко скажите, что вы потерялись, и попросите позвонить вашей семье. И ни в коем случае не соглашайтесь идти куда-то с незнакомым человеком. Стойте на месте и ждите помощи. Кстати, придумайте секретное слово, которое будет знать только ваша семья. Так вы будете полностью уверены в том, что по телефону действительно говорят ваши родственники, а не какая-нибудь баба-яга. Сегодня моя младшая сестра идет в музей, а я провожаю ее до школы, где учительница собирает детей. Я бы тоже поехал на экскурсию, но я ведь уже не маленький. Что мне делать с этими первоклашками? Следить сразу за столькими детьми непросто, а особенно в дороге. В этом нам помогут яркие, одинаковые детали одежды, такие как шарфы, шапочки или жилетки. Лучше, если на них будут светоотражающие элементы. Маша, иди сюда. Макс! Так, запрыгивай. Отлично. Вверх, правильно. Опа. Два. Батя, руки влезли? Да. Справляем. Молодец. Чтобы дети не потерялись и четко следовали маршруту, один взрослый идет впереди, а другой позади группы. И запомните еще одно правило. 10 детей, один взрослый. Договоритесь заранее, кто будет за кем присматривать, чтобы ни один ребенок не остался без внимания. Макс, может, поедешь с нами? Можно и поехать. Заодно музей посмотрю. Если большая группа детей собирается в путь по городу, нужно соблюдать определенные правила. Тогда никто из детей точно не потеряется. Дети должны иметь одинаковые приметные детали одежды, по которым сопровождающие взрослые смогут быстро отличить их в толпе от остальных детей. Количество сопровождающих взрослых рассчитать легко. На 10 детей нужен один взрослый. Если детей больше 10, нужен второй взрослый. Чтобы все дети были под контролем, один взрослый должен идти впереди группы, а другой замыкать ее. Автобус! Тебе нужно выйти на следующей остановке и подождать маму. Только ты никуда не убегай. Макс, я думаю, тебе нужно быть вместе с мальчиком, а потом догоняй нас. Дети, а мы с вами пока повторим правила безопасности в транспорте. Если случилось так, что вы уехали в транспорте без родителей, не паникуйте. Вам надо доехать.
до следующей остановки, выйти, отойти от края дороги или платформы и, никуда не двигаясь, ждать родителей. Если получилось наоборот, родители уехали, а вы остались ждать на остановке, ждите их на месте и никуда не уходите. Они скоро за вами вернутся. В поездках общественным транспортом очень легко потеряться, поэтому всегда держитесь родителей. Не отставайте и не бегите вперед. А если получилось так, что вы уехали в транспорте без родителей, не паникуйте. Вам надо проехать одну остановку, выйти, отойти от дороги и ждать родителей. И помните, общественный транспорт – это не место для игр. Всегда держитесь рядом со взрослыми и соблюдайте правила безопасности. Смотри, я эту девочку вижу каждый день. И она гуляет совсем одна. Как ей только не страшно. А что тут такого? Ну как, мне бы страшно гулять одной. Почему? Мне кажется, что какой-нибудь человек может схватить меня и сделать что-то ужасное. Преступники не идиоты. Никто не будет тебя хватать средь бела дня. Прохожий увидит это и, ну, не схватит его, а может даже побьют. А вот увести тебя куда-нибудь и обмануть – это преступник может. Обмануть девчонку проще всего, а тебя точно. А я на такие тупые разводки не ведусь. Олег, я Иван Александрович. Помнишь меня? Я с твоей мамой вместе работаю. Понимаешь, твоя мама… В общем, Ирина Петровна попала под машину. Она сейчас в больнице. И очень просит меня привести тебя к ней. Пойдем, у меня машина тут рядом стоит. Давай быстрее, надо торопиться, твоей маме очень плохо. Олег, Олег, стой! Позвони маме, проверь, правда ли это? Да, надо сначала позвонить маме. Олег, да ты что? Ты не сможешь дозвониться до нее сейчас? Давай, бежим, скорее! Стоп! Даже если я до нее не дозвонюсь, я могу позвонить кому-то другому. Вас я не знаю, никуда с вами не поеду. Девочка, здравствуй. Ты знаешь, я сейчас в подвале котят нашла. Один вылез, а остальные застряли. А они маленькие, мяукают, есть хотят. Без тебя никак не справиться. Поможешь? А то, что не погибнут там. Пойдем со мной. Стоп! Я вас не знаю и никуда с вами не пойду, что бы вы мне ни сказали. Это самое главное правило безопасности. Какая умная девочка. Запомните. Преступник может знать ваше имя, имена ваших родственников и представляться их другом. Он будет пытаться обмануть вас. Он сделает все, лишь бы вы пошли с ним. Не поддавайтесь. А если вас пытаются увести силой, кричите. Не бойтесь, кричите так, чтобы вас услышали все. Крик – это ваше оружие. Если незнакомец предлагает пойти с ним, вы должны сказать себе «стоп» и четко отказаться. Если вас пытаются увести силой, кричите «Помогите! Я его не знаю!» Кричите громко, так, как только можете. Привлекайте к себе внимание. Если поблизости никого нет, все равно кричите. Может быть, вы просто не видите людей.
Оставляйте за собой как можно больше следов. Шапку, сумку. Падайте на землю, отбивайтесь ногами и не переставайте кричать. Делайте все, чтобы преступнику было сложно вас тащить. Понял теперь, что даже самого умного можно обмануть. Просто думай головой, не ведись на уловки. Тогда угроза исчезнет, как этот Иван Александрович. Да, я думал, такое только в фильмах бывает.